федеральном округе. В экономике у нас огромный плюс, это огромный промышленный потенциал, учитывая то, что мы используем те ресурсы, которыми обладаем, это 64% нефть, ну то есть добыча нефти, и 94% добыча газа. Причем расположены они в разных, ну, в территориально разных точках Тюменской области. Из плюсов у нас сильная образовательная составляющая. Это университеты, которые готовят кадры для нефти и газоперерабатывающей отрасли, и сильный гуманитарный университет. Высокий уровень жизни, это в социальной сфере, у нас реально высокие доходы населения, они растут. У нас естественный прирост населения, причем естественный прирост населения как внутри области, так и миграционный прирост населения из года в год увеличивается. У нас огромные лесные ресурсы, водные артерии, которые соединяют всю область между собой и соединяют ее.